признаются в любви, ты думаешь, они тебя ругают. Когда они тебя ругают, ты думаешь, они тебе признаются в любви. Я наблюдал картину, уж как разговаривают итальянцы. Вот это мне нравится, знаете, когда длинный стол, и итальянцы умеют поддерживать несколько линий разговоров. Перекрестный вот так вот, перекрестный. И обе линии идут и пересекаются. То есть стол одновременно говорит про футбол и про спагетти. И итальянец может продолжать говорить про спагетти, вставит свое слово про футбол вот в ту сторону. Гениально. Идут, и выясняется, что есть еще о чем поговорить. И еще час. Причем это уже другая тема, ее тоже надо закончить. Но они не садятся, они так и продолжают стоять. Есть это общее. Ну, языки, слушайте, языки. В принципе, несложно. Если странный и страно, понимаете, рядом. Море, море. Понимаете, любое слово ты можешь переделать. Информация, добавь «цьоне», и ты итальянец. Информационе. Революция, революционе. Иммиграция, иммиграционе. Коррупция, коррупционе. Да. Интеграция, интеграционе. Греция, греча. Ну тут споткнулись. Это так с итальянским. Вроде все знаешь, друг. Хобана, и ты не знаешь, что произошло. Замечательно, когда говорят, особенно итальянцы, о еде. О еде. Вообще итальянцы больше говорят о еде, чем о погоде. И вообще, там, где в Англии у тебя спрашивают, какая погода, как вам кажется, хорошая, нет? Итальянец спросит, что вы ели сегодня? Что вы сегодня ели? Я ел то-то. Можно рецепт? Рецепт. Грация, Лили. Как это вообще... Possibile. Даже если у тебя все sensibile. Ну правда, это... Причем он не обиделся.